одна очередная комната. Сколько прожить тут и даже не повытирать поляку, я не понимаю, это капец. Дочь, поставь, пожалуйста. Это просто жесть. Вот здесь спали все шестеро детей, как бы. Стрить. Это ужас. Тут как бы все, капец. Вот, а вот эта кровать, где ты наспала, да? Ты знаешь, а со службы вообще приезжала ты на ней хоть раз? Я в шоке. Я в шоке. Ты сколько лет надо мыть вот эти... Ну, немає слов, честно. Реально нема слов. И так люди живут. Стрись, заляпано, все грязно. Фу. Идемте отсюда. Сколько лет пройдет? Это подожди, это смотри, какое одеяло. И на чем спали. Смотри. Фу. Идем отсюда. Пошли. Смотри. Класс вообще, супер. И тут рядышком дедина спать. Вау. Новорожденный, кстати. Зайка, идем. Короче, тут ужас происходит. Я не понимаю, где ты жил вообще в таких условиях. Мусор. Туалет такой. Ничего не сделано, все воняет. Кстати, тут что-то умерло, так все воняет. Фу-фу-фу-фу-фу. Просто фу-фу-фу. Бомжатник. Да смотри. Все грязно, все вонючо, боже мой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все есть. Да. Бомжатник, господи. Может, вони не вибиралися там? Ні, це вони не вибиралися, це вони так жили тут.